Добрый день, на 8 минуты продолжается тренировка сегодняшней сборной России перед завтрашним четвертьфинальным поединком со сборной Франции. В ней принимает, правда, отличной защитой диплома. Написал Саша. Любимую сестру Кукова Ирина, с праздником, с днем рождения. Любим мы Хэллоуи. Привет, Челябинск, Саша. Ебать! Да, нахуй! А еще бывает, что лишнее можно упростить задачу, ну, так сказать. Ёб твою бога мать-то, а! Паником... дергать за веревочку и ноутбуки изучать. Что за хуйня? Ёп. Блять, ты куда ты едешь, ты, блядь? Ебанутая, блядь.
Хогесте потребовали 8-часового рабочего дня. В Российской империи Первомай как день международного... Нет, ебать. Ты что творишь-то, блядь? Что-то забыл. А, кто имеет право давать наряд, что ли? Что там? Нифига он задел. Опа! Мы заземлены? Мы заземлены! Ты козёл, а! Вот он, красавчик, блядь. Дорож, ты ебаный, сука, нахуй! А как сегодня дети домов внутри этих детских домов друг с другом подключены? Конечно, у них
Твою мать, нехай. 30 на сайте kasir.ru. Блядь, Игорь! Чё за хрень, смотри! А ты брёшь, куда навстречу, ёб твою мать, козёл, блядь! В мире пассажира аэроплана и совершил полет на 600 метров, длившийся 28 секунд. Так. Ha ha ha.